Здесь есть вот такое интересное место, это переход между станциями в аэропорту и там уже куда вам нужно идти. В общем, переход такой вот сделанный. Электроника, все типа как капсулы из будущего. А там дальше видели, сделано вроде бы как в аквариуме. Прикольно так. Магазинчики. Что это за капсулы там? Нужно посмотреть. Просто сделаны такие железные сердечки. Вышла с самолета и показываем вам немного аэропорт. Он очень большой, запутанный. Китайцы вообще не знают английского. Спросить у них что-то вообще нереально. Нужно ориентироваться только вот по указателям. Вы сможете найти метро, такси, автобус, что вам нужно. Но спросить у них вообще. Даже с водой проблема. Там, которую выбираешь, на китайском все написано. И непонятно, какая цена, какой бренд. Вообще такой, задача не из легких. Здоровенный такой аэропорт в Гуанчжоу. Очень большой. Duty free.